Здравствуйте, все. Раз дали мне слово, значит, я так понимаю, что время начинать. Позвольте представиться. Денис Стойков, ведущий программы «Утро» на канале «Россия», друг Республики Поленова, и сегодня буду вашим, так скажем, ведущим, модератором этой онлайн-церемонии награждения участников и победителей, призеров первого всероссийского многожанрового дистанционного конкурса «Лето-лагерь Лайф». Ну, сразу хочу сказать, что у Республики Поленова огромный опыт проведения офлайн-мероприятий, они отлично проводят, сам был свидетелем, но в связи со сложившейся ситуацией на стране и в мире мы сегодня приняли решение провести онлайн-формат вручения наград, соглашения победителей. В любом случае, я думаю, что мы проведем его на хорошем уровне. Итак, конкурс. Первый, как уже было сказано, для учащихся, для детей, пребывающих в детских строительных лагерях от 7 до 17 лет. Три номинации разыгрывалось. Это видеоролики, фотоконкурс и авторская поэзия. У нас было очень и есть авторитетное жюри. Сегодня с нами не все члены жюри. Кто-то записал видеообращение, кто-то лично присутствует сегодня с нами в онлайн-формате, поэтому в любом случае, мы никого не забудем, всех призеров наградим. Вот сейчас мы видим с вами, что призовой фонд нашего конкурса составляет 150 тысяч рублей, и, соответственно, денежные призы за первое, второе, третье место в каждой из номинаций. 25 тысяч, 15 и 10, соответственно. Огромное количество работ было представлено, в фотоконкурсе 175 работ участвовало, в авторской поэзии 131 работа и в видеороликах 183 работы. Конкурс был начат 1 июня прошлого года, вплоть до октября, и мне даже сказали, что досылали некоторые работы и позже. Соответственно, очень серьезная конкуренция была. Сразу хочу всех предупредить, что звук желательно держать выключенным, видео оставлять включенным, и включаем звук только когда вам дается слово, чтобы вы могли поделиться своими впечатлениями, своими эмоциями. Может быть, что-то коротко о себе рассказать, если захотите. Для чего мы выключаем звук? Чтобы не было брака по звуку во время нашей такой онлайн-встречи. И прежде чем начать оглашать победителей и призеров, хочется поблагодарить нашего спонсора, кондитерскую мануфактуру «Белевская пастила». Ну что же, предлагаю приступить к оглашению призеров и победителей в первой номинации – номинации «Видеоролики». И вот нам показывают членов жюри. Сегодня с нами на связи находится Алла Сурикова, народная артистка России, режиссер, продюсер, сценарист. Алла Ильинична огласит призеров и победителя как раз в номинации «Видеоролики». Алла Ильинична, даю вам слово. Я себя чуть не вижу. Я бы как-то хотела бы себя увидеть еще, потому что сейчас идет информационно. Вот я появилась. Всем привет! Всех поздравляю с открытием закрытия, с награждением, с замечательным конкурсом, который прошел. Знаете, это очень важно, когда люди, которые начинают, можно сказать, свой творческий путь, начинают его с кинематографа. У вас большое будущее впереди, все будет у вас хорошо. Итак, третье место. Да, мы смотрели все работы, обсуждали и пришли вот к какому выводу. Третье место получает фильм «Один день из жизни вожатого». Слышно, да, меня? «Один день из жизни вожатого». Слышно. Авторы. Филипп Трущелев. Правильно я ударение ставлю? Или Трущелев? Здесь есть Филипп? Трущелев, да, Трущелев. Трущелев все-таки, да? Филипп Трущелев, Максим Баранов, Архип Трущелев. Станция юных техников, город Калининград. Ну вот я вижу Филиппа. Я вас поздравляю. Да, Филиппа, я вас поздравляю. Давайте дадим слово Филиппу. Быть может, кто-то еще из его команды тоже присутствует. Тоже давайте дадим право высказать. Давайте дадим слово Филиппу. Есть Филипп? Ну, да, я тут. Давай.
Ну, в общем, сначала, извини, сначала скажи, Филипп, как правильно ударение в твоей фамилии? Наё. Наё. Трущилёв. Да, Трущилёв. Правильно. Филипп, скажи нам коротко, пожалуйста, как долго вы снимали свой видеоролик, как сложно было его создавать? Ну, начну с того, что я занимаюсь уже станцией юных техников довольно давно, уже, наверное, 3 года. За это время мы успели снять очень много разных видеороликов, один из которых был как раз «Один день из жизни вожатого». Он был не самым сложным, но и не самым легким из того, что мы снимали. Пока мы его снимали, мы получили как бы много позитивных эмоций, и мы как бы стали немножечко опытнее. Ну что, мы вас тогда в таком случае еще раз поздравляем, тебя и твою команду. Я надеюсь, что этот опыт вам поможет принять участие и, быть может, занять еще более высокое место в следующем конкурсе, который наверняка начнется 1 июня этого уже года. Поэтому поздравляем, и диплом, и денежный приз отправляется у нас за 3-е место видеороликов в Калининград команде, которая сняла этот самый ролик «Один день из жизни вожатого». Мы все вас поздравляем. Аплодируют, но, как я уже сказал, звук выключен. Аплодисменты услышать можем не все. Алла Ильинична, пожалуйста, слушаем вас, да. Кто у нас вице-чемпион. Второе место получает фильм «Активные каникулы». Автор — Дарья Шикина, детский оздоровительный лагерь имени Дубинина, Республика Мордовия, город Рузаевка. Правильно я сказала, Дарья? Здесь Дарья. Да, все правильно сказали. Хорошо, я поздравляю вас со 2-м местом, это здорово. Активные каникулы очень важны сегодня, и поэтому, конечно же, ваша картина, мы ее с удовольствием посмотрели, и она получает 2-е место. Спасибо большое, я очень рада. Мне очень Дарья, приятно это место. Дарья, скажите, пожалуйста, вы лично все придумали и сняли, или у вас были помощники, которые, скажем так, какие-то идеи вам подкидывали? Ну, конечно, я езжу в лагерь, у меня очень много знакомств, и в том числе вожатых, они меняются каждую смену, но они мне помогают какими-то идеями, и с помощью вожатых я сняла это видео. Ну что же, мы вас поздравляем, в город Рузаевку, Дарья у нас отправляется денежный. У меня вопрос, Дарья, на что снимали? На что снимали? На телефон. На телефон. На один или несколько телефонов было? На один телефон. Один, да. Репетировали долго? Нет, не очень. Это была импровизация или все-таки по сценарию репетировали? Это по программе. По программе. Ну, хорошо. Значит, по программе. Поздравляю. Спасибо большое. Еще раз поздравляем Дарью Шикину. 2-е место в конкурсе видеороликов. И сейчас практически под барабанную дробь Алла Ильинична назовет нам победителя в этой номинации. Саш, можешь сделать барабанную дробь? Волых. Нет? Я попробую. Ну, хорошо. Спасибо. Итак, 1-е место и главный приз получает фильм «Мой обычный день в лагере». Автор — Валерия Михайлова, детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта», город Подольск. Валерия, с нами ли вы? Мы вас поздравляем, отзовитесь. Валерия Михайлова, город Подольск. Если вы с нами, вам нужно включить звук и дать о себе знать. Ну, хотя бы помахать рукой, что вы здесь. А если нет, то мы вас все равно найдем и обязательно все равно вручим и поздравим, и всех ребят поздравим, потому что эта картина нашему жюри понравилась больше всего, и она получает главный приз. И покажите, пожалуйста, ту самую статуэтку, которую получает победитель. Вот она у меня в руках, как раз 1-е место за видеоролики, она с подсветочкой.
Вот такие статуэточки, помимо дипломов, получат победители, обязательно получат по почте. Дипломы физически тоже вам придут по почте, а скачать еще дипломы вы сможете на сайте drpolenova.ru в закладке «Конкурс». Там будет выложена ссылка, по которой можно будет дипломы и призера, и победителя, и, соответственно, участников скачать. А я приглашаю всех участников, всех и не только победителей, но всех, кто участвовал в этом конкурсе, к следующему, конечно же, конкурсу. Снимайте больше, радуйте работой себя, своих друзей, зрителей. И вообще, я думаю, что это очень хорошее дело для тех, кто хочет посвятить себя, в принципе, кинематографу. Потому что вы сейчас проходите ту практику, которая нигде и никогда не будет у вас. А вы уже поступая, приходите, например, в ВГИК, показываете вашу работу. В ВГИКе всех начинают хлопать от радости, значит, вас обнимают и приветствуют. И почти что, ну, я думаю, главные победители почти что без экзаменов. Но, по крайней мере, с отношением особым к вам принимают вас в ВГИК. На разные профессии есть, не только режиссеры, есть замечательные профессии и сценаристов, и художников, и операторов. В общем, двигайтесь, ребята, я вас поздравляю. Спасибо, Алла Ильинична. Мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Мы переходим к оглашению призеров, победителей следующей номинации. Это фотоконкурс. И здесь у нас записано оглашение победителей. Вот нам так это показывают. Зачем-то раньше времени, видимо, нам дают победителя. Вторым событием у нас Юрий Михайлович Рост, советский и российский фотограф, журналист, писатель, актер и телеведущий, записал свое обращение и соглашением призеров. Давайте его посмотрим и послушаем. Денис, это видеоролики. Я промотала дипломы, потому что отключала трансляцию. Это диплом, первое место видеоролика. Ага. Естественно, я не выдаю... Меня поправляют, да, все верно. Раньше времени нам не выдают организаторы победителей по второй номинации. Это нам показывает, как выглядят дипломы, которые вы получите физически по почте, как я уже сказал. И, соответственно, сможете скачать чуть позже на сайте drpolenova.ru по специальной ссылке. Нас сейчас слушаем Юрий Михайлович Ростов. Дорогие ребята, я поздравляю вас с окончанием конкурса, с завершением его. Этот конкурс вы не закончите никогда, потому что если вы полюбили фотографию, вы будете заниматься ей всю жизнь. Я вам желаю, чтобы все карточки, которые вы снимаете, были честными и добрыми. И я рад, что вот те опыты, которые вы прислали на конкурс, они в основном такие. И победители в этом конкурсе, они как раз проявляют свою наблюдательность, ус и доброту. Третье место заняла... Нет. Третье место занял Женя Комаров из детского дома школы 95. Я его поздравляю. И вперед, Женя. Ну, давайте послушаем Женю. Я надеюсь, Женя с нами. Женя Комаров. Да, я с вами. Женя, мы тебя поздравляем. Расскажи. Спасибо. Я так понимаю, что у тебя было три работы представлены на конкурс. Да, да, да. Третье место заняла работа, которая называется «Зеркало». Угу. Расскажи, пожалуйста, как ты ее снял, какое вдохновение тебя посетило в этот момент. Ну, вообще, эта фотография сделана случайно. Зеркало не должно было разбиваться. Я неправильно на него наступил, и оно разбилось. Так получилась эта фотография. То есть в момент, когда ты хотел сделать фотографию, зеркало было целое, и ты хотел снять целое зеркало. Но его да, разбило, да, да. А потом оно треснуло. Ну что же, какая интересная история по поводу этой фотографии. Вот видишь, как обычно говорят, что разбитое зеркало – это к несчастью, в твоем случае совершенно наоборот, к призовому месту в этом конкурсе. Угу. Мы тебя поздравляем, и ты получаешь
соответственно, получишь чуть позже диплом призера и денежный приз, который тебе полагается. Ну и, конечно, дерзай, в следующем году, быть может, замахнешься и на более высокое место. Да, я планирую участвовать в следующем году, ну, этим летом. И я планирую занять первое место. Отлично. Вот фотография, вот работа, собственно. Угу. Вот как раз мы видим работу Жени. И это, видимо, твоя нога, которая разбила это самое зеркало. Да-да-да. Вот так выглядит диплом за третье место, которое Евгений получит чуть позже. Хорошо. Ну что же, слушаем дальше. Юрий Михайлович, у нас еще два призера и победитель впереди. А, Денис, это мы слушаем вас. Ага, это мы слушаем меня, потому что Юрий Михайлович нам не смог дослать. Не дослал. Файл. Ну что же, тогда позвольте от себя сказать, что второе место в номинации «Фотоконкурс» занимает Александр Криводанов из села Барки. Я надеюсь, что я правильно произношу ударение. Черно-белый портрет. Вот его фотография. С нами ли Саша? На связи он? Александр. А второе Александр... место? Александр, это мы вызываем ребенка Александра, который работу эту снял, фото. Александр, но, видимо... Криводанов, и, может быть, руководитель его, есть ли на связи? Лидия Василенко к нам не подключилась сегодня? Видимо, ну нет. Что, мы тогда заочно поздравляем Сашу со вторым местом, и обязательно награда найдет своего победителя. И переходим к первому месту в фотоконкурсе. Первое место у нас была фотограф Елена Синтяева. Зеленый пункт, деревня Журавна. Мендюкинская средняя школа. Вот такая фотография, называется «Тарелка супа». Елена, вы с нами? Да, я с вами, я вас слышу. Замечательно. Очень расскажите, приятно, пожалуйста, спасибо. Про эту фотографию чуть-чуть расскажите. Видно, что человек, который на фотографии, очень устал, видимо, когда употреблял этот суп. Это мой ученик, воспитанник Бирюков Андрей. Лето, жара, не даем скучать. Постоянно какие-то соревнования, бега. Очень жарко. Да еще в ту вдруг суп, а он тоже горячий. А есть заставляем, есть обязательно в лагере надо. Это первое, что набрать чуть-чуть вес, оздоровиться. И кажется, есть никто уже не будет. Но Андрей вот такой взмыленный. Говорить он, конечно, не мог. Он просто молча показывает эту пустую тарелку. И я не смогла с телефоном пройти мимо вот этого взгляда. Уставшего, но с полным животом. Было очень приятно. Но ведь суп это только первое блюдо, да, впереди еще второе. Ну, я, он осилил, потому что еда у нас все-таки... Они знают, что есть надо. Как бы не устал и как бы не хотел. Поэтому получилась такая фотография. Интересная. Ну что же, спасибо, мы вас еще раз поздравляем. Вот приятно. Ваш приз у меня в руках, который вы чуть позже получите. Первое место, фотоконкурс, подсветкой, как и положено. Вот просто днем не очень хорошо видно. Спасибо, но очень она... приятно участвовать в таких конкурсах. Спасибо огромнейшее. Спасибо. Поздравляем вас еще раз. Да, спасибо большое, Елена. И передавайте привет вашей модели. Надеюсь, что он с тех пор без супа не обходится ни одного дня. Ну что же, мы переходим к третьей номинации «Авторская поэзия». И здесь у нас тоже очень конкурентная борьба была. И третье место, давайте послушаем, кто его занял. Записал нам видео российский поэт, киноактер Владимир Вишневский. Владимир Петрович, давайте послушаем. Он назовет, кто стал бронзовым призером в этой номинации. Я с удовольствием и даже волнением объявляю имя обладательницы третьей премии номинации «Авторская поэзия». Это Ксения Хадеева. Поздравляю тебя. Всем вам
попробуют свои силы в жанре авторской поэзии. Я желаю творчества, дерзания, читать классиков и добиваться успехов, и не стесняться обнародовать свои опыты, свои творения. Наша церемония – это, конечно, приглашение к участию в следующем нашем всероссийском многожанровом конкурсе «Лето, лагерь, лайк». Удачи вам! Ваш Владимир Вишневский. Благодарим Владимира Петровича. И сейчас хотелось бы услышать и увидеть Ксению Хадееву, автора стихотворения. Здравствуйте, это я. Мне очень приятно, что я заняла 3-е место. Я написала это стихотворение под большим вдохновением. Это был мой первый опыт в написании поэзии. Спасибо большое за то, что я смогла принять участие в таком конкурсе. Ксения, ну вот стихотворение называется «Лежа утром в прохладной постели». Это, видимо, в лагере у вас было прохладно, что постель была с утра такая нетеплая? Или же почему вдохновение пришло именно вот в таком направлении? Ну, это скорее стихотворение, которое написано после поездки в лагерь. Оно рассказывает о жизни после лагеря, когда ты уже сдружился со всеми ребятами, скучаешь по ним, и тебе нахлынули воспоминания, и ты вспоминаешь все дни, которые были прожиты с ребятами, со своими друзьями. Ну что же, я так понимаю, что в этом году вы тоже наверняка планируете поехать в лагерь, и там вы со своими друзьями вновь встретитесь, у вас вновь будет прилив вдохновения, и с новыми силами, с новым вдохновением ждем ваше участие и в этом году во втором уже конкурсе. Спасибо. Поздравляем еще раз Ксению. 3-е место в номинации «Авторская поэзия». И переходим ко второму призеру, которого нам огласит российский поэт-песенник Александр Шаганов. Александр должен быть с нами на связи. Александр Алексеевич, пожалуйста, мы вас слушаем. Я надеюсь, меня слышно. Значит, 2-е место называется «О веселом Боре». Меньшикова Софья Андреевна. Центр образовательный «Чайка». Значит, «Веселый Бор». Лагерь. Вот, поздравляю. И я хочу сказать, что вот в моей истории поэта Шаганова, который придумал в том числе и песню «Выйду ночью в поле с конем», вот первые стихи юношеские я сочинил именно тоже в пионерском лагере. Он назывался «Москвич», вблизи Лопасни, так сказать, речки Лопасни, под городом Чехово, в Сырме. Короче, дерзайте, ребята. Всего доброго. Спасибо большое, Александр Алексеевич. Софья Меньшикова, серебряный призер в авторской поэзии. У нас на связи ли? Да, здравствуйте. Приветствуем, Софья. Ну, расскажи свою историю, как получилось написать это стихотворение, и первый ли это опыт, или уже, быть может, ты, у тебя целый на сборник собралась? Ну, да, это мой первый раз, когда я писала стих такой вот про лагерь. У меня, ну, я езжу в лагерь 6 лет, и каждый год вижу свои картины, придумываю новые вожатые, новые люди, новые истории, получается. То есть, я тебя тоже можно поздравить с дебютом. Первый твой стих, первое такое серьезное стихотворение, и сразу 2-е место. Означает ли это, что ты и продолжишь дальше писать стихотворение, и будешь совершенствовать себя в этом направлении? Да, это меня вдохновит. Ну что же, поздравляем Софью со 2-м местом, заслуженным. Я думаю, что сейчас все аплодируют, мы не слышим только потому, что выключены микрофоны, как мы и просили в самом начале. Поздравляем, Софья. Спасибо. Так, ну и мы ждем оглашения победителя в этом конкурсе. Ждем его от российского поэта, писателя, сценариста, журналиста Александра Вулых. Александр Ефимович, пожалуйста, мы вас слушаем. Кто же лучший в авторской поэзии в этом году? Здравствуйте, друзья. Ну, наше жюри, вот, в которое входили и Саша Шаганов, и Володя Вишневский. Саша, привет. Не далее, как вчера, только мы виделись на премии, вручение премии «Лучший поэт и лучший писатель года». Вот. А теперь наша смена, молодое поколение поэтов и писателей будущих.
Вот. И первое место у нас единодушно присудили первую премию Анастасии Обоймовой, детский оздоровительно-образовательный центр «Дубки», город Саратов. Вот, за стихотворение «Я в тебя верю». Где у нас Настя? Настя. Поздравляем, поздравляем тебя с этой твоей первой настоящей большой наградой, с таким успехом. Настя, вот я вижу, как ты искренне радуешься. Здорово, потому что я разделяю мы все твою радость. Спасибо. Желаем тебе вдохновения, желаем каких-то впечатлений, красок, чтобы вот что тебя скажи, что тебя подвигает и вдохновляет писать стихи? Вот, мои чувства, эмоции и определенные моменты и люди. Я начала писать стихотворение года 3 назад в лагере тоже. Вот были первые мои стихи написаны. И там меня сподвигли в первую очередь те люди и вожатые, которые там были. Скажи, пожалуйста, а ты читаешь русскую поэзию? Да, конечно. Кто твой любимый поэт? О, мои любимые поэты из современных – это Игорь Врублевский, наверное. Кто-кто? Игорь Врублевский. Игорь Врублевский. Хорошо. А из классиков? Какую классику ты читаешь? Из классиков Фет. Так. Ну, значит, ты понимаешь и чувствуешь тонко и природу. Да, все. Я что хочу тебе пожелать? Конечно, первый приз и первый успех – это очень важно, да. Это вдохновляет, безусловно. Но самое главное – это твои впечатления, твои ощущения и новые яркие краски мира, которые дают тебе вдохновение и желание писать стихи. Вот чтобы эти краски у тебя были на долгие годы яркими, впечатляющими, чтобы вдохновение тебя не покидало. Потому что научить писать стихи можно любого человека. Но научить поэтически воспринимать окружающий наш мир, это либо дается от рождения, либо нет. У тебя это есть, поэтому цени это каждый миг, каждый час, который дает тебе эти чувства и эти ощущения. Удачи. Хорошо, тебе. Спасибо большое. Настя, мы тебя поздравляем еще раз, если не знаю, может быть, видел, нет, вот твой приз, который ты чуть позже получишь, как раз тут за авторскую поэзию. Естественно, денежный приз, вот он, подсветочка, все как положено, как у всех победителей во всех трех номинациях. Денежный приз, диплом победителя. Еще раз напоминаю всем участникам, диплом участника вы сможете скачать на сайте drpolenova.ru в разделе «Конкурс». Появится ссылка для скачивания диплома и участника, и призера, и победителя. Ну что же, друзья, все победители названы, все лауреаты озвучены, позже получат свои призы уже физически, потому что, к сожалению, техника пока не дошла до такого, чтобы передавать непосредственно через компьютер физически уже приз и денежный, и диплом, и награду. Поэтому я всех победителей поздравляю, всех, кто не выиграл, не отчаиваться, это только первый ваш шаг, первые попытки. Я уверен, что 1 июня этого года конкурентность этого конкурса будет только расти. Спасибо большое и до встречи, видимо, в следующем году уже на следующее вручение премии. Спасибо большое, Денис. С нами был замечательный друг нашей республики, вел всю нашу церемонию награждения. Денис Стойков, ведущий, телеведущий, спортсмен, кандидат экономических наук. Я это тоже знаю. С нами были замечательные наши члены жюри. Спасибо большое за вашу работу, которую вы проделали, оценивая такой большой охват, скажем так, работ, присланных нам. Соответственно, хотим всех пригласить и в нашу республику, да, и отдохнуть. А тем более, что мы лагерь детский,
который тоже имеет свои корни, 68-летние. Такой мы уже не молодой лагерь. Поэтому всем предлагаю посетить нашу республику по возможности, стать нашими гостями, а детям стать нашими воспитанниками или вожатыми, в зависимости от того, в каком вы возрастном сейчас находитесь критерии. И также сейчас на экран я выведу контакт моей коллеги Дины. Именно с ней вам необходимо будет связаться для получения денежного приза, который вы выиграли. Еще раз спасибо всем огромное. Спасибо за участие. Надеюсь, что 1 июня стартует наш конкурс, на который вы опять будете присылать свои работы, будете вместе с нами. Ну и, соответственно, где-то в районе февраля-марта мы проведем финал награждения. Но это будет через год. А пока время творить, придумывать. В общем, радовать нас всех своими талантливыми работами. Спасибо большое всем. Наташа, я хотела тебе еще напомнить по поводу того, что ребята могут оставлять свои отзывы об участии в конкурсе. Скажи, где? Да, у нас есть, ну, сейчас, наверное, самое актуальное будет, это группа ВКонтакте «Детская республика Поленово». Если вам несложно написать несколько слов об участии в конкурсе, мы будем вам очень признательны за это. Группа ВКонтакте «Детская республика Поленово». А участвовать всех призываем вновь. Спасибо. Спасибо большое. Все, до свидания, друзья.